Здравствуйте! Мы в гостях у ведущего директора, я специально подчеркну, ведущего директора Балкарского театра имени Касина Кулиева, у прекрасного, талантливейшего актера и режиссера по неволе, я так понимаю, Мажида Жангуразова. У меня перед интервью только один вопрос. Мажид, калайтерик, урусча, о тауча, айтасет. Ну, без другого брега там, варча, без гекара халла. Келингис, орусчай таях, ахшама? Ахшим, хо, орусчай таях. Мажид, я спросил его, на каком языке нам лучше говорить сейчас, на балкарском или на русском, и он ответил, я, позвольте, переведу, для того, чтобы нас поняла большая часть, так сказать, зрителей аудитории, он будет говорить на русском. И, соответственно, говорить на русском. Но периодически там у тебя айтм что-нибудь там такие, ты понимаешь, ухо порвало, какой-нибудь там маленький. Сен тауча сорсан, айтерма тауча. И иногда, когда будешь переходить на балканский, так? Я тебя отвечу на балканский. Отвечу на балканском. Кормас, да? Кормайма. А вот я хотел спросить такую вас вещь конкретно по уже театру. Судя по возрасту, хотя это, ну, артисты любят пококетничать, они не дают понять, что они очень молоды, они юны, но на тебе не видны следы ботокса, на тебе не видны следы силикона. Вот, применение, допустим, как это называется, какие-то клетки, которые вживают сейчас специально, чтобы зубы отрастали. Вот. Ты, судя по всему, лет 50 такой цветущий, крепкий, медвежьего типа мужчина, который может играть героически. Слава Аллаху. Слава Аллаху. Значит, машаллах, как говорят. Машаллах, Значит, я хочу спросить, если тебе, скажем, около 50 лет, то ты в параллели должен был учиться с той самой кабардинской группой, которая сейчас играет в театре. Что вы заканчивали? Они и вы. Я вот пытаюсь сопоставить. А вы в одно время учились, в одно время они... С ними в одно время? Да, да, да. Я вот помню Хашева. Потому что когда я был командиром стройотряда в Старом Череке, Хашев приезжал, и они там как раз проходили практику. Молодые актеры, прекрасные, юмористы все. И я так по возрасту думаю, что вы с ними шли в параллель. Да, да, Хашев, Вика. Вот то поколение, и мы учились в одно время. Они на 2 года вперед. Ну, время было одно. Это... То есть сначала набрали группу, потом вашу? Да, да, да. 85-е, 87-е годы вот нас набирали. Вместе заканчивали. Когда мы отучились уже год, приходил из Щуки курс кабардинский к нам показывать мастерство. Цирк. Концертную программу так. Цирк. Мы тогда были удивлены. Вот именно яркостью этой студии, очень яркие были и талантливые. Слушай, Хашевская студия. Хашевская студия, вот это значит, Жанны студия, Хашевская, Давагова. А вот этот легендарный Роберт Саров. Роберт там был, да? Роберт там был, вот, кстати, тоже балкарский зять. Роберт Саран? Да, да, как да. Балкарский зять? А, я путаю, да, да. Это да, да. Как и Роман, да. Подожди, а Мадина да, Саран, да. Это тогда чья супруга, если Роберт Саран балкарский зять? Я не знаю, может тоже замужем за балкарцем Мадина Саран. У Роберта брат, по-моему, был. У Роберта брат, но он-то не работал. Роберт учился с кабардинской студии, я его знаю, и он то, что вот зять. Он сотрудничал с этим известным клоуном, как его? Да, 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 именно Полунин, он его брал, он у него работал вместе с Тювожуком Володи, работали, да, да, да. Я помню Тювожука. Работали, они вместе с ним объездили весь мир, но остался у Полунина только Рома. Ясно. Это что касается вашей параллели. Теперь я понял, оттуда просто, я бы сказал, галерея талантов. Никаких проблем. Очень талантливый был курс. Очень. А кроме тебя вот с этой параллели, кто еще в Балканском театре? В Балканском театре? Барды? Да, да, да. Барды, везде Тавергара, везде, значит, вот смотри, что Хайда Утбичев, Ася Жабелова. Ну, Саты Шлели, вот они. Шлели, Фатима Мамаева, значит, она у меня и дома работает, и... Гениально! Какой дипломат! Да, да, да. А в качестве кого? Там несколько ипостасей. Ну, Хатунг в первую очередь. Да, Хатунг, Хатунг, в первую очередь, Валентина Хатунг. Она и Келлин, она и Хатунг, но и для кого-то. То есть человек 7-8 с нашей студии работаем в Балканском театре. Также столько же, по-моему, остались и в кабардинском театре. Это хороший процент, если с одной студии человек
7. Жерьте сколько вас было? Жерьте. Жерьте сколько вас было? В нашей студии было 16-17. 16 человек. Вот столько ушли. Но это для курса считается очень хорошо, если сохраняется столько человек в театре. Ну конечно, там возможны житейские дела еще все. Да. Не всем дано. До конца. Выдержать до конца. Да, да, да. Героически. Слушай, я считаю, что ну, вот, это просто меня захватывает. Вот я уже сам хочу вступить в вашу труппу и, скажем, играть второй грипп на сцене, совершенствуясь до первой елки, пока мне дадут какую-то. Как раз скоро Новый год, мы тебе утренник. Да, 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 мы тебе оставим эту роль. Эту роль. Да. Второй грипп. Или первая елка. Ну, если я проявлю себя. Ну, про грипп, вот. Я согласен. Зайчики я пока не мечтаю. Но обещаю, что буду делать все, что как сам. Покажешь в этом как году. Грибом да. Мы сразу я подействую, да? На елку мы вернем к зайчику. Да, да, да. Слушай, да. Этот Жангуразов Алим, он мне нравится. Он такой вот адекватный, такой компанейский, ну вообще такой вот. Настоящий, я бы сказал, актер, директор, режиссер и вообще Аю такой. Значит, я хотел спросить, мне в обиду. Скажи, может, одну такую честную вещь. Существует ли в Болгарском театре, как и во всех театрах среди богемы, страшная зависть? У тебя воруют роли, марают чернилами, кладут кнопки, допустим, в обувь. Какие-то сплетни закулисные ходят и говорят, он недостоин быть режиссером. Без этого не может быть театра. Но без этого не может быть театра. Ничего связанного с искусством? Нет. Паганини рвали струны, он играл на одной струне там. Ну, помнишь, какие? Поэтому мы помним Паганини до сих пор. Вот у него рвали струны. И он играл на одной струне. Да. Именно талантливые люди должны через это пройти. Ты знаешь этот случай, что когда у него порвали обе струны, он бил чечетку на сцене? Да. Это мы тоже готовы на все, лишь бы выкрутиться. В этой ситуации. Тогда я тебе сейчас ловлю и хочу сказать, какая была последняя постановка, где ты сыграл вот колоритную роль, ну скажем, последний спектакль, который тебе самому от души понравился? Ваш последний спектакль. Последний спектакль был по Айтматову. Так. Очень серьезная вещь. По Чингизу Айтматову? Я по Чингизу Айтматову. Тополёк ты был в «Красной косынке»? Не. Нет? И дольше века длится день. И дольше века длится день. Ну, ты кого играл? Я играл Эдигея, вот этого старца. Я помню, который должен похоронить. Да, своего друга Казалгапа и так далее. Как тебе сказать? Искренне. Ни крана не придумал. Не, ничего не. Честно скажу, в этой роли для меня после роли всегда тяжело. Пару дней. Конечно. У меня нет настроения. Что значит? У тебя полный упадок сил? Я знаю, что это полный упадок сил. Это морально и душевно устаешь. Это очень тяжелая вещь. Сам материал требует, тянет нас туда. Именно, ну, по-другому, понимаешь, не выскажешь, не сыграешь Айтматова. По-другому легко так пройтись невозможно. Там, Я понимаю, абсолютно верю. Это надо от души полностью отдаваться, по-другому нельзя. Кстати, там и Роман Добагов, и художник Жилов Кантемир, и музыка какая была там, Варквасова Артура, просто шикарная. Вот, это жила черкесска, что ли? Я вот это понял. Кругом черкесска. Черкесска, слушай, это невозможно. Нет, вот нет. А у Барды вообще мастер по свету. Одна есть у нас мастер по свету, Соловьева. Она уже работает в Балканском, 60 лет. А раньше работала во всех театрах она. Ну, не же ли вот она в той ситуации что делала? Она свет, она художник по свету. У нас есть художник сцены. Значит, сценограф черкесли, музыка черкесли, режиссер черкесли, все. Айтматов кыргызлы. Перевод даю. В постановке, значит, львиная доля участия кабардинских мастеров по свету, по музыке, по, значит, я так понял, режиссуре. Да. Здесь ведущий балкарский артист. И да. Есть только одна балкарский мастер по свету, которая, так сказать, коррелирует всю эту деятельность. Нет, она 60 лет работает. 60 лет работает во всех театрах осветителем света, художником света. Но она тоже из Белоруссии, она русская. Для ревнителей, так сказать, балкарской чистоты. Скажи мне, пожалуйста, тебя это черкесское засилье
как-то ну, не травмирует, или ты считаешь, это норма, которая должна быть как бы на полках? Это норма из норм. Это, понимаешь, нет, это пример. Всем завистникам? Не, всем завистникам или не понимающим, это пример, как должны мы жить здесь, на пустом месте, не обижаться ради гуцуклип же. Вы украли наш Айран, ты знаешь эту старую фразу? Вы украли наших лошадей, вы украли наш Айран, вы украли наш Хачин и так далее, и так далее. Но мы здесь украли. А вы записали всех князей себе. Да, да, да. И так далее, и так далее. Смотри сюда, смотри сюда. А мы на этот раз, на этот счет, в данное время по нашей ситуации украли у кабардинцев трех талантливых людей. Это значит Дабагов, Жилов и Варквасов. Они, понимаешь, вместе с нами, с Балкарским театром, показали нашей республике, я думаю, этот спектакль пойдет и дальше, показали нашей республике, как, на каком уровне мы должны сотрудничать и показать лицо кавказцев. Настоящих. Я считаю, что их преступлением. Значит, нет никакого оправдания. Единственное, они должны быть наказаны какими-либо премиями, я так думаю, и, может быть, даже ну, хорошими застольями. А теперь у меня вопрос, вот ты сейчас сказал про Иран. Закончи мысль. Я дам тебе этот шанс. Я даю ему шанс закончить мысль по поводу этой кабардинской шайки, которая подвязалась в Балкарском театре. Все, что ты сказал, сейчас, так, я это сделаю. Наказал их премиями, застольями и так далее. Они очень довольны. Они говорят, если... Нет, не говори довольны, просто промолчи. Я хочу сказать, уважаемые зрители, эти три кабардинца, которые ставили вместе с балкарцами балкарский спектакль, наказаны. Все должны знать, что они премированы. Хачином. Жерме. Жалбаур. И вареной бараниной. И в конце я им налил Максима, чтобы... Все было честно. Это была боза, осознайся. Нет, Максима была на этот раз. Теперь вот на это место, это самый вот такой гвоздь нашей программы. Скажи мне, пожалуйста, вот ты так умудренный балкарский аю, разбирающийся в туз, балтус, допустим, там все. Тузлук. Как ты смотришь вообще из блюд любимых балкарской кухни или кабардинской, какие тебе нравятся больше всего, но не которые тебе нравятся, которые ты купить не можешь. И ты можешь о них просто болтать часами. А вот, которое ты ел с удовольствием и знаешь, да, вот это вот балкарское блюдо мне нравится. Сообщи это всей нашей аудитории честно, прямо глядя в глаза. Много чего я люблю. Самое главное, кто их готовил, понимаешь? А из тех блюд, которые я готовлю... Так, и сам? Да, сам. Так. Из тех блюд, это значит бушто. Бушто, рванцы. Это свирепое блюдо. Ты любишь его с сухарями или со свежим хлебом? Со свежими и с сухарями. Самое главное, чтобы он немножко отстоял. Вот рванцы сделал. Так. Порвал хлеб, бросил. Я поясняю, одну секунду. Хорошо, это айран, наполненный кусками хлеба, перемешанный с сахаром или с медом? С сахаром и чуть-чуть меда. И чуть-чуть меда. Так. Значит, надо их не сразу мешать. Так. Значит, порвал хлеб, бросил, как ты говоришь. Бросил туда, айранчик залил, сахар, меда и оставляешь его. Я понял твою мысль, ты боишься шума. Ты боишься, что будешь шумное блюдо, даешь ему отстояться немножечко. А он еще тот гурман. Ну это что касается сюде, а что касается мяса? Это вот по поводу. Мясо я люблю, честно. Жерме. Так. И обязательно... Чтобы... Жерме или сохта? Не, больше жерме. И сохта тоже. Вообще все люблю. Нет, я знаю, что хочу сказать. Это гениальный мысль в каком плане. Для меня жерме всегда был средоточием. Я всегда замечал отличие балкарской жерме от кабардинской. Да. Все-таки наши больше кладут жир и сало. Это правда. Я лично помню все ли, когда делали и когда крутили нитками. Но балкарской жерме мне показалось более постное. Ну, оно должно быть таким жерме. А какое мясо? Я там видел только кишки. Ну, кишки и чуть жира. Я понимаю, это и то, но про какое мясо ты говоришь? Ты имеешь в виду требуху снаружи или внутри кишки, которая там лежит? Ну, требуху тоже можно почистить, поставить, жир туда. Так. И завернул, но не нитками. Да, ты любишь балканский вариант, когда кишка здесь. Обязательно, обязательно. Ты одну кишку слоишь или целой кишкой перевязываешь? Не одну, одну. Расслаиваешь? Обязательно, да. Чтобы одной кишкой это было. А сколько с одного, извини, сразу перебиваю, Женя, меня уже просто заело, а сколько с одного балкарского желудка у тебя вот у такого ающе выходит жермешек? Нет, смотри сюда. Самое главное, не сколько, а самое главное, вкусно ли.
Я понимаю. Если барашек вкус, ну... Нет, ты просто должен быть, что себя одну жерме съедаешь сам и говоришь, кетара всем остальным. Нет. Жерме, как меня воспитали с детства, так. Я кушаю очень мало. Так. Ну, как для десерта. Так и осталось, да. Много мы его не кушаем. Вот как заложено с детства, аккуратненько делим мы его в жерме. Если дома варится суп, много кладут мяса, жерме... Обязательно. Тогда говорят, ляпс, я имею в виду шурпа, говорят вообще, когда кишка варилась вот в шурпе, она очень полезна. Или вы варите отдельно? Отдельно надо. Жерме и мясо, они могут чуть-чуть так испортить друг друга. Позволь, я обращусь к одному человеку. Борис Кучуков, это родной брат моего друга Даута Кучукова, с которым мы вместе учились. Мы как-то говорили, что, и ты мне сказал, и я вполне поддерживаю, что если кусок кишки класть в бульон, он получается двойного вкуса и двойной пользы. Но вот этот человек опровергает это и говорит, что он варит жерме. Я понимаю, но разве кусочек, одну жермешку нельзя сварить в бульон? Нет. Барис, жерме, бля, это не бергемиш, геза ромайда. Это кесарна халатта шорпа. Сетлиди, жермелене энцимиши сентатвол. Отдельно оно. Ну, он не сказал целую жерме, он сказал кусок кишки. Я не знаю. Понимаешь? Кусок. Отдельно. Вот если, вот смотри, кусок кишки. Так. Есть, или же голова. Да. Голова, не дай бог, она смоленая. Там да, другой вкус да, совершенно. Это можно, ну, а мясо отдельно. Мясо отдельно. То есть, смотри сюда, баранина это... Святое. Святое для балканца. Ты имеешь в виду в чистом вареном виде. Хорошо. В чистом, хорошем виде. Хорошо сварили, вытащили, немножко соли. Люблю еще баранина, чтобы она... С картошкой. С картошкой раз, плюс еще если отстоит сегодня. На второй день. Не, ну ты гурман. Так курятину и индюшатину едят только кабардинские аристократы, зажравшиеся. А оказывается еще и балканские, так сказать, аристократы любят отстоявшуюся баранину. Ты имеешь в виду утром, как бутерброд с хлебом, красиво, классически. Да, аккуратно. Аккуратно. А он еще тот фрукт, между прочим, друзья мои. Это было, что касается питания. Но напиток. Вот ты, например, как помнишь, потреблял ли ты когда-нибудь настоящую талубоза? Вот на ячменной муке, там, чтобы он... Да, 100%. Отец очень любил. Так. Очень любил бузу. С сахаром или с медом? Он с сахаром и с медом. Самое главное, мы несколько казанов варили дома. Так. Варили. Отец этим занимался. Так. Мама подходила. Свои там какие-то рецепты. То-то-то-то-то. Как сварим. Так, это у меня один точнее. Если отец был Жангуразов, то мама была из какой семьи? Мама, ты в начале интервью произнес это слово. Как у этих мамаев, тумены. Она тумена. Шикарно. Значит, туменовские ноу-хау шли к жангуразовскому производству. Да. Именно дома варили, и этот боза у нас был шикарная боза была. Домашняя, настоящая, именно сваренная дома. С какого возраста тебя подпускали к чашке боза? Это очень важно для нас, принципиально, в рамках контекста следующей нашей передачи. Нам давали свежую бозу, пока не забродившую, без хмеля, да. Нам давали молодую бозу, а то не давали нам. Со скольки лет? Сознайся честно. Я не знаю, с детства. Ну, 7, 6, 3, 2. Может, было 3, 2. Ну, 3, 2 навряд ли. Я тоже думаю, ну ты еще тост бы не произнес. Не сумел бы. Ну, с 7 лет это уже точно. С 7 лет, да. В общем, ты как нарвский герой. Бозу мы любим. Ну, честно я скажу, айран я люблю больше всех напитков. Ты знаешь, я заметил, айран, у нас айран. У всех с возрастом переходит как-то вот странно на все хорошее, полезное и питательное. У нас нету вот этого уже возврата, так скажем, к крепким страшным напиткам. Наоборот, приходит понимание... Мудрости. Думаю, не с возрастом, а вообще вся республика наша, и я думаю, и страна, Россия. И Россия сейчас начинают понимать и давать правильную оценку настоящему, хорошему, народному, да. Проверенному. И это правильно. Если мы правильно замечаем путь, по которому идут, они обратно идут, или наш возраст. Мы хотим, чтобы все ели, как мы.
Может, молодежь этого не делает сейчас, я не знаю. Я хотел бы встать только на твою точку зрения в этом вопросе и, так сказать, придерживаться только этой линии. И в завершении, я думаю, мы уже столько поболтали, так сказать, великолепно поговорили. Я хотел уточнить одну маленькую деталь. Сейчас ты играешь вот спектакль, как актер? Или ты больше режиссер, или ты больше директор? Я сейчас, и как раньше, остаюсь на своем месте актером. Я полностью занят в репертуаре Балкарского театра. Сейчас я занят плотно очень. Вот как раз вы меня застали на репетиции. Да, на репетиции, да, я у Томы Сафаровой в музыкальном театре. Так что полный актер. Актер я. Актер, а потом уже и директор. Мажит, скажи вот так взглядом из зала. Люди ходят? Вот честно, искренне. Положа руку, говорит, на сердце. Больше... Может, даже вот так сказать. Нет, больше нам приходится продавать билеты. То есть заставлять немножечко. Заставлять людей. Приходится много играть. Мы играем сказки на двух языках, на балкарском и на русском. Приходится нам ездить по школам, по детским садикам. Играем мы и в кабардинских селах, и в русских селах. Там на русском, там на... Да, там на балкарском. Играем сказки. А вот в театр... Так. Я что хотел? Вот прямо в объектив всем нашим. Я потом добавлю пару слов. Не надо волноваться, что сейчас в театр ходит мало народу. Такой период сейчас переходный. У нас периферии. В Москве этот период прошел. То есть в театре сейчас полно зрителей. Там повалило публику. Да. Вот сейчас не надо спешить и не надо нас погонять планом, что мы должны выполнить план по производству спектакля, по финансам. Нас надо просто сейчас остановиться и выпускать качественные, хорошие спектакли и сохранить ту элиту, которая ходит в театр. Есть любители театра. Есть что-то. Есть. Просто так один вопрос. Вот почему Калайлайды, вот Кёчек не зовут, вот почему нищие факрады, почему люди не ходят? Вот та часть вторая, не ценители, основная масса. Как ты думаешь? Факрадан тюльду. Берхарам нам именно вкусы надо заново. Все, я понял. Надо именно формировать, воспитать вкусы, заново это делать. Потому что засилье и телевидения, и интернета много всего было. Информации. Но сейчас, вот как мы так в том эпизоде с тобой согласились с тем, что люди возвращаются к самому настоящему народному, бозе, айрану, мясо, жирбе, также театру. Настоящему, живому, люди начали возвращаться, то есть у людей начинает появляться настоящий вкус. А в театрах, во всех театрах республики, есть талантливые люди и талантливые постановки, живые, хорошие. И вот избирательно, если не спеша... Я понимаю, что хочешь сказать. Дать возможность самому течению вынести туда, куда, допустим, она должна принести, ну, коррективно. Не распыляясь по мелочам, создавать настоящие вещи. И именно играть их для любителей, для элиты, я боюсь этого слова, потому что народ... Я их называю пантовилы. Вот это у нас уже была передача в Галле. Алим, ты помнишь передачу в Галле, когда я сказал, мочите понты, но я имел в виду в хорошем смысле этого слова. Люди не понимают, что... Я сейчас закончил свою мысль, извини, что я тебя прервал. Я как раз и советую это. Ходят на свадьбу, одевают три подружки невесты, три платья. Разрыв 1,5 миллиона свадьба. Невеста бросает букеты, ударяет по голове кого-то, травма, везут в скорую. Ну, извините, но я не могу больше. Все, Тома, интервью. Уходим, Тома. Мы заканчиваем. Ради Бога, извините, Тома. Нет, очень хорошо, что вы бросили пару дело фраз. Дело не в этом. Просто у меня там пьеса надо взять. Уже актеры пришли. Возьми, мне надо им... Все, мы дайте нам 2 минуты, мы заканчиваем. Чай попить. Логично. Я целых 6 часов голову. Вы дайте нам 2 минуты, мы заканчиваем. Пожалуйста. Это очень интересно. Я слышала там ваша интересная беседа. Все очень Я интересно. Говорю к тому, что вот на постановке театра, когда ходят... Допустим, в вечерних платьях, увешанные там, скажем, бижутерией, алмазами и прочее, когда публика создает, я бы сказал, атмосферу в зале. Да. Вот такая публика, когда придет, и она начнет понимать, что именно там надо показывать свое платье, допустим, свою бижутерию, свое знание, цветы какие-то там, это может быть и спасет положение. В объектив и заканчиваем. 100% спасет. Если эта публика
будь настоящей. Не понтливой, как Амур говорит, а настоящей. Именно, которые по зову души пришли посмотреть настоящее хорошее. Но по зову души можно и понт замочить. В хорошем смысле этого слова. Платье лежит, где его показать? Нет. За хлебом? Нет. Ну, в театр. В театр, вот, а я тебе о чем говорю. Храм искусства. Понимаете, что вот эти люди, Амур, эти люди могли бы также держать нас тоже. А, гениальная мысль. Нас тоже, актеров настоящих. Да, соответствующие. Да, в форме. Напряжение в форме. Форме, да. Что мы должны постоянно создавать талантливые, хорошие вещи. То есть это театр без зрителя не бывает. Не бывает. Если это настоящий зритель. Будет настоящий шедевр. Да. Засомневался актер. Засомневался и зритель в актере. Понимаешь как? Стоп! Тогда я хочу сказать только одну вещь. На этой оптимистической ноте ты хорошо сказал, что не сомневайтесь в актерах наших театров, что кабардинского, что балкарского. Не сомневайтесь. Русского, и русского играют от души. Есть хорошие актеры. Да. Много. Нуждаются в солидной публике. Я думаю, вот она уже начинает. Начинает подходить. Подходить, да. Да. Балкарский театр. Бек Аламат. Бек Вай. Ананда Ламат. Хватит.